Появилась некоторая определенность в истории с домами, которые мешают полетам самолетов из аэропорта Саратова. Напомню, уже в течение 2 лет 200 дольщиков «Новострой-21» не могут въехать в купленные квартиры. Две многоэтажки, к строительству которых имеет непосредственное отношение депутат Сергеев, до сих пор пустуют. Вопрос находится на контроле вице-губернатора Дениса Фадеева, который несколько лет обещает решить проблему дольщиков безрезультатно. Тем временем суд постановил, что две многоэтажки в Волжском районе построены с нарушением и перекрывают зону действия локатора аэропорта. Было вынесено решение о сносе построек. Но приехавший сегодня в Саратов глава Росавиации Александр Нерадько заверил, что сноса не будет. Проблему собираются решить, возведя в строящемся аэропорту в Сабуровке новый радиолокатор. Чиновник заверил, что этим объектом займутся в первую очередь. И ждать окончания строительства аэропортового комплекса людям не придется. Мы построим новый локатор в новом аэропорту, обеспечим передачу информации с нового локатора в Центр управления полетами, сейчас в старый аэропорт. И таким образом эта проблема решится вот, с домами. Мы не будем ждать окончания ввода всего аэропортового комплекса, запустим локатор и решится эта проблема.